Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России, снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, в принципе, этот вариант был бы возможен. Почему здесь-то забегали все как тараканы перед самым моим приездом? Почему раньше здесь не было людей, которые способны были принимать решения? Победили! Слава России!